Казалось бы, у каждой хозяйки должны найтись десятки рецептов жареной курочки. Но часто мясо получается сухим или жестким, не пропекается вообще или корочка остается блеклой. Что делать? Смотрите, жареная курица целиком – прекрасное, очень вкусное блюдо на все случаи жизни. Такая птица годится не только для вкусного семейного ужина, но и для любого праздника. Готовится она очень быстро и просто, и всегда получается безупречной. Главное, всегда иметь под рукой свежую курицу и считайте, популярность этого рецепта вам гарантирована. Наслаждайтесь. 1. Подготовьте все ингредиенты, промойте овощи под проточной водой. Разогрейте духовку до 220 градусов. 2. Надрежьте курицу вдоль спинной части. Отделите кожу от мяса в области груди, бедер и голени. 3. В глубокой миске смешайте сливочное оливковое масло, мелко нарезанную петрушку, чеснок, лимонную цедру в лимонный сок, щепотку соли и черного молотого перца. Перемешайте. 4. Замаринуйте курицу в подготовленной смеси, распределите маринад под кожицу курицы и разотрите им мясо снаружи. 5. Поместите курицу на противень, вокруг расположите крупно нарезанный картофель, морковь и капусту. Запекайте мясо в духовой печи в течение 45 минут. Приятного аппетита!